В Казахстане стартовал 9-й гражданский форум «Общество и государство. 30 лет партнерства Бысбергемыс», где министры о насущных проблемах общества поговорят с представителями неправительственных организаций. Таких встреч ожидается 12. К слову, сам форум будет длиться 5 дней. Мероприятие, которое в этом году проходит онлайн, это открытый диалог руководителей центральных органов с активными гражданами страны. Разговор с НПО поможет повысить осведомленность общественности о инициативах и программах, реализуемых государством, и сделать прозрачной деятельность властей. Форум, который проводится усилиями Гражданского альянса Казахстана при поддержке нашего министерства, зарекомендовал себя в качестве авторитетной, представительной и, что самое главное, полезной площадки для налаживания взаимовыгодного сотрудничества между государствами, государственными органами и неправительственными организациями. Важно, что дорога для гражданских инициатив, открытая первым президентом Ельбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым еще на заре независимости и успешно продвигаемая главой государства, остается широкой и доступной для продвижения позитивной повестки дня в этом направлении, даже несмотря на нынешние ограничения в условиях мировой пандемии. В первый день на повестке такие темы, как борьба с коррупцией, проблемы и перспективы гражданского общества, эффективность общественных советов. К дискуссии уже присоединились общественные деятели со всех уголков страны. Впрочем, послушать сессии может любой казахстанец. Трансляция в открытом доступе проходит на официальных страницах Гражданского альянса Казахстана. Организаторы призывают всех активных граждан принять участие в форуме, по итогу которого будут выработаны советы, которые войдут в определенные своды рекомендаций. В целом же представители НПО намерены по итогу форума закрыть множество нерешенных вопросов. Жанара Дулатова, Жандос Султангазы, Казах ТВ, Нурсултан.